Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла бразильского ореха. Масло бразильского ореха – это латиноамериканский вклад в развитие косметологии. Европейские косметические компании уже давно по достоинству оценили его питательные, омолаживающие и увлажняющие свойства, которые в комплексном взаимодействии эффективно повышают эластичность кожи на всех участках тела, а также обеспечивает питание и оздоровление волос. Это базовое масло используется не только в косметических составах, но и как самостоятельное средство. Свойства масла бразильского ореха таково. Масло проявляет антиоксидантные свойства действием жироспоримых витаминов А и Е, которые уничтожают свободные радикалы. Обладает противовоспалительным и ранозаживляющим действием. За счет своей чрезвычайной питательности очень полезно для уставшей и стареющей кожи, которая при достаточном питании и увлажнении восстанавливает эластичность и выглядит моложе и свежее. Бразильский орех ускоряет заживление трещинок и ранок на руках, коленях, стопах, устраняет шелушение, снимает раздражение и покраснение, обеспечивает волосам питание, восстанавливает блеск и шелковистость, улучшает оттенок лица, разглаживает текстуру кожи, передает бархатистость, полезно для укрепления ногтей. Вот такой бутылочке мы отправляем масло бразильского ореха нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!